Приветствую всех единомышленников. Как вы догадались из названия, сегодня в очередной раз речь пойдет о гире. Но мы не будем просто говорить о том, насколько они эффективны, и разбирать отдельные упражнения. Сегодня я хочу вам предложить комплексный тест. Я назвал это все чугунным вызовом, в который вошло 7 упражнений. На канале у нас есть свои определенные фишки, которых нет на других каналах. Это приседания по Бронсону, это много изометрической работы, это упражнение силачей прошлого. Я постарался все это гармонично собрать воедино, чтобы оценить общую силу своего тела и вашего. Впоследствии я планирую этот тест применять, скажем так, к ребятам из других видов спорта, к бодибилдерам, к ребятам из миксфайта, к воркаутерам и так далее. И смотреть, как они могут справиться с тем или иным заданием. Сейчас мы разберем каждое упражнение. Кто хочет посмотреть, как я выполнял от А до Я, переходите в Telegram. Многие это уже сделали, посмотрели. Ссылку я оставлю в описании. И там более всегда свежая, полная информация. Сегодня в пределах ролика я только буду рассказывать, освещать упражнение и рассказывать, как оно оценивается по 10-бальной, допустим, шкале или по количеству повторений. И первое упражнение тяжелое, это сразу работа на ноги, потребуется вся ваша сила, и не только сила общая, но еще и сила воли. Это будут приседания по Бронсону с 16-килограммовой гирей. Да, максимум, что я делал приседания по Бронсону, это 25 раз без веса. Максимум, что я делал по весу, это 9 килограмм. Сегодня я затащил 10 приседаний с 16-килограммовой гирей. Кто не пробовал, ребята, попробуйте сначала без веса, потом постепенно добавляйте нагрузку. Кто пробовал, кидайте себе на спину пудовочку и начинаем приседать. Присед выполняется, напоминаю, следующим образом. Вы присаживаетесь до параллели в позицию стула, остаетесь там на 10 секунд, после чего досаживаетесь полностью в глубокий сет, ниже некуда, и возвращаетесь через 2 секунды снова в стульчик, где находитесь 10 секунд. И после этого вы выпрямляетесь полностью. Это, считайте, один повтор. Одно приседание – это 1 балл. 2 приседания – 2 балла. Чем больше вы раз присядете, тем больше баллов вы получите в общий зачет. Второе упражнение тоже будет статическое. Мы будем гирю 16 кг держать перед собой на вытянутых руках. Тут все просто. Берем снаряд, поднимаем, время засекаем и погнали. Терпим, главное, дышим, чтобы не поплыть, как это было на предыдущем упражнении. Каждые 10 секунд удержания гири – это 1 балл. Чем больше 10-секундных отрезков у вас будет суммарно, тем больше баллов пойдет в общий зачет. 2. 1. Стоп. Третье упражнение в моем челлендже – это связка силовая с 2 гирями по 16 кг, которая называется силовой комплекс Еремина. Начинается связка с подъема гирь на бицепс, после чего армейским жимом мы выжимаем над головой, опускаем на манер французского жима назад за голову, ставя донышко гири на плечи себе, разгибаем руки и выводим в крест с удержанием в нем на 2-3 секунды. После чего гири опускаются вниз и цикл повторяется заново. В этом упражнении считаем количество выполненных связок. Одна связка, 1 балл в общий зачет. Четвертое упражнение, ребята, это подъем знаменского. Нужно расположить гирю 32 кг у себя на ладони, поднять ее к плечу и после выжать над головой. Это 1 балл. Пятое упражнение – это жим гири 32 кг на попа. Один выполненный повтор – это 1 балл. Чем больше повторов вы затащите, тем больше баллов у вас будет в общей сумме зачета. Предпоследнее упражнение – это обезьяний жим. Нужно повиснуть на одной руке и другой рукой выполнить жим. Чем больше повторов, тем больше будет баллов. Один раз выжимаете, 1 балл записываете в общий зачет. И
И, наконец, заключительное упражнение – это удержание в одной руке. Вы можете облокачиваться на лавку, главное – продержаться как можно больше по времени. Так же, как и в предыдущем отчете времени, 10-секундный отрезок равен 1 баллу. Чем дольше мы держим, тем лучше. Все 7 упражнений, ребята, я озвучил. Пишите, сколько баллов, в каком упражнении вы собрали и общую сумму баллов. Ну а я постараюсь в ближайшее время начать привлекать ребят из отдельных видов спорта и тестировать их по этому гиревому чугунному вызову. На сегодня все. Я думаю, этот вызов получит распространение благодаря вам, вашим комментариям, поддержкам в виде лайков и рассылки друзьям. До скорых встреч! Пока-пока. И опять же, ребята, в Телеграме все видео о выполнении мной этого челленджа. До скорого.